Так, как приготовить айсинг для объемной елочки? Смотрите, базовый айсинг я сначала перемешаю. Я его достала из холодильника и как следует перемешала. Затем на этом этапе я его окрашиваю в нужный мне цвет. Тщательно перемешиваю. Вот такой консистенции он у нас. И начинаю постепенно добавлять сахарную пудру. Так, добавлю 2 чайные ложки. Тщательно перемешаю. И проверю консистенцию айсинга. Тщательно вымешиваем, пока пудры не будет видно. Пробуем вот так ложечкой. Видим, что он все равно еще достаточно гибкий. Иголочки у нас не получится. Поэтому добавляем еще сахарной пудры. Опять тщательно вымешиваем. И опять видим, что он еще жидкий. Точнее, не жидкий, но он уже более такой становится густой, но все равно этого недостаточно. Добавим еще 2 чайные ложки сахарной пудры. Вот видите, он уже начинает достаточно тяжело его перемешать. Становится густой. Но мы все равно перемешиваем тщательно. Так, добавляю еще сахарной пудры. Ну вот, думаю, этого, наверное, уже будет достаточно. Видите, как тяжело он уже мешается? Практически собирается в комок. Так, снова проверяю ложечкой. Как бы делаю вот так вверх пики. Они все равно еще недостаточно густые. Поэтому добавляем еще сахарной пудры. Я добавила еще чайную ложку. Так, ну теперь, думаю, достаточно. Переложим в мешочек. И попробуем сделать иголочки на прянике. Вот уже видно, что хорошо держит объемчик. Елочка у нас получится.
Вот иголочки, они как бы вот такие, можно вверх делать. Вот, замечательная консистенция.